Осенним днем древонасаждения начинается месячник массовой высадки зеленых насаждений. Ростовчане приходят на этот праздник семьями и коллективами. Курсанты ВПК «Вымпел» деревья сажали впервые и сразу вошли во вкус. Мероприятие проходит в парке патриотов. Это первая причина, почему мы здесь. Мы являемся патриотами, и это честь для нас посадить именно в этом парке дерево. Это что-то новое для нас. Невероятная атмосфера, работа сплочает коллектив. Работаем всей командой, получаем наслаждение. Мы считаем своим долгом именно активно принимать участие в городских во всех мероприятиях, потому что это наша инициатива, это наша страна, это наше место, где мы родились, и дань нашей родине мы должны отдавать. В парке Островского заложили аллею патриотов. Составить ее решили из кленов. Эти деревья осенью хорошо приживаются в нашем климате. Саженцы 10-12 лет привезли из донских питомников. Один такой весит 150 килограммов, высота 4,5 метра. На новой аллее высадили 22 клена. Клен очень хорошо приживается у нас. Это наше местное дерево. Прекрасно озеленяет. И сразу много и красиво. Тем более он в осеннее время вот так желтеет. Желтый, оранжевый стоит. Яркие краски дает в парке. Всех желающих поучаствовать в дне древонасаждения обеспечили лопатами, лейками и перчатками. Посадил клен и Алексей Логвиненко. Тут же работали депутаты и девятиклассница Мария Андреева. Та самая, которая недавно побывала на космодроме по приглашению президента. Показать ребятам, насколько важно ценить природу, насколько тяжело, сколько деревьев должно расти. И я считаю, это очень важным мероприятием, чтобы повышать нашу экологическую среду, чтобы было все с каждым годом лучше и лучше. Это показатель того, что мы все вместе ухаживаем за нашим регионом, храним его историю, храним его экологию. Это самое главное. Сегодня заложили очень такую хорошую аллею патриотов в парке имени Островского. Принимает участие наши общественные организации, принимает наше движение «Первых», принимает движение «Волонтеры», принимают наши юноармейцы. Такая хорошая, знаете, патриотическое воспитание, такая работа всех объединяет. Раз объединяет, значит, любовь к городу, любовь к нашей родине, ну, любовь к нашей победе. Я уверен, что скоро мы, конечно, победим. Вот. Ну а пока дети привыкают к труду, и видно, что это большой хороший интерес. В осеннем дне древонасаждения в Ростове приняли участие почти 8 тысяч горожан. Высажено около 3 тысяч деревьев и 6 тысяч кустарников. Появилась юбилейная аллея в парке Горького к его 210-летию. В зоопарке в честь столетия движения юных натуралистов заложили юнацкую аллею. В 60-й школе теперь есть аллея космонавтов, а в Донской реальной гимназии номер 62 – аллея движения первых. Еще несколько аллей посвятили педагогам. В 100-й школе приступили к созданию экопарка, а в экономическом лицее номер 14 – сквера педагога. Инна Билан, Виталий Ступаков, Первый Ростовский.